Новый железнодорожный вокзал открылся в Нягани. В торжественном мероприятии приняли участие начальник Свердловской дороги Павел Бурцев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В новом здании оборудованы билетные кассы, залы ожидания, туалеты, игровая комната для детей. Вокзальный комплекс адаптирован для маломобильных пассажиров. Установлены контрастные навигационные знаки и указатели, электронные информационные табло также привели в порядок инфраструктуру и прилегающую территорию. Данный проект для нас очень важен, поскольку он реализовывался в плотном взаимодействии с Югрой. И, соответственно, запуск такого объекта будет являться очень хорошим прецедентом для развития этого направления, послужит примером для других регионов для запуска таких проектов, ну и, соответственно, новых объектов, которые будут радовать жителей различных регионов нашей страны.